Природа Карачаево-Черкесии уникальна. Здесь есть на что посмотреть. Высокие горы и живописные ущелья, древние памятники и пещеры, быстрые реки и водопады. В республику приезжают туристы со всех уголков страны, чтобы полюбоваться первозданной природой, подышать чистым горным воздухом. Теберда, Архыз, Домбай, кислые нарзанные источники, плато Бермамыт давно стали визитной карточкой Карачаево-Черкесии, излюбленным местом отдыха жителей и гостей республики. Ну а мы с вами отправимся на медовые водопады. Сегодня это столь же известный и узнаваемый бренд Карачаево-Черкесии, как и другие курорты республики. Чтобы добраться до них, проезжаем Усть-Жегуту и сворачиваем на Эль-Таркач. Это древний аул. Археологи нашли здесь богатый могильник и древнее аланское городище X века. А еще здесь родился первый президент Карачаево-Черкесии Мустафа Баддыев. Места здесь очень красивые. На протяжении всего пути перед нами открываются потрясающие виды предгорья Большого Кавказского хребта. А в солнечную погоду красавец великан Эльбрус как на ладони. А вон вдали показался Красный Восток. Единственное абазинское село в Малокарачаевском районе. Дата его основания считается 1738 год. Когда-то оно называлось Кумско-Лаовским в честь знаменитого абазинского княжеского рода. Но в начале 20 века в аул пришла советская власть и решила, что негоже носить населенному пункту новой страны фамилию дворян. Аул переименовали в Красновосточный. А уже в наше время, в 2004 году, он получил статус села и стал называться Красный Восток. Сегодня здесь проживает чуть более 3000 абазин-тапанта, которые говорят на особом говоре, где много свистящих звуков, считают остальные абазины республики. В Красном Востоке обязательно надо сделать остановку у нарзанного источника. Даже в самые жаркие дни он остается бодряще прохладным. Его температура не поднимается выше 15 градусов. Этот нарзан очень полезен при многих заболеваниях – пищевода, печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Так что пейте на здоровье. До самых медовых водопадов нарзанных источников больше не будет. С каждым километром маршрут становится все живописней, а горы все выше. Проезжаем село Терезы и въезжаем в Учкикен. Административный центр Малокарачаевского района. Говорят, что здесь живут самые предприимчивые люди Карачаева-Черкесии. Но это и понятно, Кисловодск-то рядом, да и работать здесь всегда умели. А еще в Учкикине есть медресе, свое телевидение и памятник матери Горянки. Во время депортации карачаевского народа именно женщины стали символом мужества, сумевшим в непростых условиях сохранить человеческое достоинство и национальный дух. Автор скульптуры – народный художник Карачаево-Черкесии Магомед Хабичев. А знаете, кто послужил прообразом матери Горянки? Наша коллега Мадина Джанкюзова, настоящая дочь своего народа. Мать она хоть и немногодетная, но хорошая. Через 7 километров – конечная точка нашего маршрута – медовые водопады. С трассы их не видно. Они находятся в долине реки Аликоновка. Еще недавно в непогоду сюда с трудом добирался внедорожник. Сегодня с легкостью доедет любая легковушка. Дорога новая, почти как любая федеральная трасса. А вот и медовые водопады. Интересно, почему их так называют? Экскурсоводы рассказывают нашим гостям и туристам нашего региона, что в этих скалах жили дикие пчелы. И когда шел дождь, то такие проливные дожди, как сейчас идут, все стекали, все соты, мед стекал в эту речку. И водопады становились медовыми, сладкими. Однако хозяин этих мест считает, что мед тут ни при чем, а название происходит из-за трав, которые в изобилии растут в этих местах. Клевер, лобазник, испарцет, репейник аптечный, черноголовник многобрачный. Какие красивые названия. Чтобы спуститься к водопадам, надо пройти вот по этой узкой тропе, которая вырублена в скале. Называется она «Тещины ребра». Бедные тещи, что же они плохого такого сделали? К своим затеям относятся, как к родным сыновьям. А они про них частушки да анекдоты. Например, вчера тещу хоронили, 3 баяна порвали. Моему зятю нравится. Вот такая жизнь. Нет, решительно такой спуск мне не подходит.
Слава Богу, хозяин этого туркомплекса позаботился о том, чтобы туристам было удобно. Даже в летний зной здесь всегда прохладно и сыро из-за мельчайших капелек, не спадающих с гор водопадов. А потому для удобства и безопасности посетителей дорожки вымощены камнем. Вокруг красивые металлические мостики. Всего здесь 5 водопадов. За моей спиной самый мощный из них – Медовый. Его высота составляет 18 метров. Он образуется из 3 родников. Она образуется из родников таких мощных на расстоянии 3 километров. И поэтому она не успевает прогреваться, и летом даже она холодная там. Вот порядка 10-12 градусов. А вот самым красивым считается жемчужный, который рассыпает свои струи в форме веера. Смотрится завораживающе, особенно когда лучи солнца превращают миллионы брызг в каскадную радугу. Почему так называется, никто не знает. Видимо, так и назвали его за его красоту. Его высота составляет 6 метров. Свое начало берет из реки Аликоновка. Летом, когда нету дождей, вода здесь чистая и прозрачная. Говорят, здесь купаются даже дети. Какие они бесстрашные! Далее, пробираясь по прохладным тропам, можно выйти к скрытому водопаду, пробивающемуся из-под большого валуна. Потоки затейливо переплетаются между собой, за что его иногда называют девичьей косой. За ним следует чертова мельница. Такое название она получила за грохот, с которым поток извергается на каменистое дно водоема. Ежедневно на медовые водопады приезжают группы туристов, чтобы полюбоваться этой красотой. Нам здесь очень нравится, водопады шикарные, обстановка просто шикарная. И мне нравится, что маршрут обустроен. Медовые водопады, конечно, да, тоже супер. Если вы устали, можно передохнуть и сделать небольшую остановку, а заодно и необычную фотографию на память. А это товарищ Боливар. Очень смирный и ласковый. Любит морковку и детей. Прокатиться на таком дружелюбном ослике для детишек – настоящее счастье. Мне кажется, это самые лучшие водопады на Кавказе. По крайней мере, мы пока еще не все видели, но это самый топ. Впечатление, что ни на есть лучшие, потому что свежесть, свежий воздух, горы, Кавказ, Хичины, все, что связано с историей нашей страны, оно как-то бурлит в себе, как этот водопад. Хорошо отдыхает? Да. Да, действительно, красота вокруг необыкновенная. Жаль только, что даже в этих заповедных местах заметно, как мы относимся к своей природе. Думаете, это туристы? Нет, местные жители, которые любят отдохнуть вон там, выше водопадов. Их земляки-земляки. Ущелье реки Аликоновки, в котором водные потоки проложили свой путь, не менее красиво, чем сами водопады. Отвесные склоны скал, поросшие многочисленными кустарниками, целые луга ароматных трав и могучие доломитовые горы, меняющие свой цвет во время восхода или заката солнца. Эти места очень любят ласточки, которые вьют здесь свои гнезда. Кстати, а почему река Аликоновка так называется? Существует легенда, что вот чуть ниже, вот в районе Кисловодска, там, в окрестностях Кисловодска, был молодой парень Аликонов, который пас овец. Молодой юноша влюбился в красавицу, молодую девушку Дауту. Ну и когда у них девушку отец решил все-таки выдать за богатого князя Степорды, ну, они решили сброситься со скалы там, в честь вот, своей любви. Ну, парень, это Аликонов, спрыгнул со скалы, а девушка передумала в последний момент и вышла замуж за этого князя. И поэтому вообще и это место называется, и скала называется. Потом уже построили замок коварственной любви. Сейчас он есть такой ресторан в окрестностях Кисловодска. Вот такая есть легенда о несчастной любви Аликонова. Нечего было доверять. Ну, видите, юноша оказался сентиментальным. У него тогда не было, видимо, интернета. И он все-таки верил в эту любовь. Ну, конечно, в любовь надо верить. Но, к сожалению, надо иногда девушек проверять, видимо. Да, с чувством юмора у хозяина здешних мест все в порядке.
Видимо, чистый воздух сказывается. Вблизи водопадов находится величественный утес, названный указателем. Своим обликом и размерами он напоминает нос огромного морского лайнера, открывающим роскошную панораму долины и могучих гор Кавказа. В 60-х годах прошлого века здесь снимали фильм «Смелые люди». В 73-м году знаменитый советский бестселлер по роману Майн Рида. Помните знаменитый фильм «Всадник без головы», в котором снимался любимчик советских женщин, актер Видов? Некоторые сцены снимались именно здесь. Снимали отдельные моменты вот на этом плато. Был такой жеребец Златополь. Он находился долгое время. Вообще он был с этого конного завода Карачаевский. Я его помню, я когда здесь работал, в конзаводе 3 года я там работал. И он был в конюшне там. Единственное, как мне рассказывали, ей приделали такую гриву, там, чтобы он такой, чтобы имел вид такого мустанга дикого. И вот там сцена, где была, там, что жеребцы дерутся там, и на фоне вот диких там мустангов. Мустанги, конечно, были с этого конного завода, они лошади карачаевской породы были, но так было сделано, что всем действительно казалось, что это вот дикие такие лошади, мустанги. На самом деле вот этот жеребец, из которого сделали мустанга, он какой породы был? Он вообще сам был рысак. В атмосфере здешних мест в полной мере ощущается могущество и таинственность природы. Для любителей острых ощущений на медовых водопадах работает экстрим-парк. Он открылся всего несколько лет назад, но с каждым годом набирает популярность. Любители экстремальных ощущений могут отправиться в трехдневный сплав по реке или на экскурсию на квадроциклах. А вот на этой же скале-указатель, про которую мы только что рассказывали, находится скальный маршрут Via Ferrata. В переводе с итальянского означает «железный путь». По сути, это один из видов альпинизма. Вокруг скалы натянут трос. В некоторых местах вбиты специальные металлические ступеньки. Люди пристегиваются к тросу специальными карабинами и по ступенькам обходят скалу по периметру. Это первая трасса в Европе с инновационной системой беспрерывной страховки. Она полностью исключает вариант выстегивания человека. Кроме того, на Via Ferrata работает опытный инструктор. Поэтому любой, даже неопытный человек, может попробовать себя в роли скалолаза. Вот как моя коллега Мадина Лайпанова из телекомпании «Архыз-24», которая ведет рубрику «Твой выходной». Скачет по горам, как козочка, бесстрашный человек. И то сказать – молодость. На медовых водопадах это не единственное развлечение подобного рода. Если вы любитель острых ощущений, адреналина, то вам сюда. Это зиплайн, самый длинный в России и второй в Европе. Его протяженность 1050 метров. Здесь катаются люди самого разного возраста. Самому маленькому посетителю экстрим-парка было 2 года, самому взрослому – 76 лет. Получилось, я вам скажу, он самый красивый. Вот ездил в Армению, там, да, в Сочи, в Крыму смотрели, там, в Анапе, там, вот, Сукко, там. Потом мы ездили даже в Чечне, там казино Ям есть такое. Там 940 метров, он был самый длинный. Мы решили сделать как бы самые длинные в России там. И он получился самый современный и самый длинный в России там. И по красоте, я думаю, что вы все увидите, он достаточно очень удачно сделан. А сами прыгали? Да, я тоже прыгал раз. Да? Но сегодня придется второй. Ну, после вас. Ага, хитренький какой. Не буду я прыгать, даже не собираюсь. С детства боюсь высоты. Но говорить об этом Муси не стало. Очень уж хотелось посмотреть на его выражение лица во время полета. Правда, за безопасность здесь можно не переживать. Все оборудование иностранного производства, сертифицированное. Трос фирмы «Северсталь» может выдержать любую нагрузку. Оборудование у нас есть двух типов. Нижние обвязки, такие же, как используются в веревочных парках, они все сертифицированы. Эти изготавливаются в Италии, эти изготавливаются во Франции. Вот. Для более полных людей используются именно полные обвязки. Вот. Ну, для исключения возможности выпадения из обвязки. Ну что, красавица, вот бы так на телевидении явиться. Или к мужу домой. Нет, лучше взять на день рождения. И зачем я это сказала? Дело в том, что в этот день у моего зятя действительно был день рождения.
Узнав об этом, мои коллеги решили сделать ему подарок. Вот она, мужская солидарность. Если бы я знала, что меня ждет. Цепляйте, цепляйте ее. Отправляйте их. Не надо, не надо, не надо. Отпустите меня, пожалуйста. За 50 метров, за 300 голов. Вот так вот. Было ли мне страшно? Попробуйте сами нестись над ущельем со скоростью 80 км в час. Ощущения еще те. Самые храбрые во время этого полета успевают полюбоваться открывающимися видами. Остальные, как автор этих строк, мечтают об одном – поскорее добраться до финиша. Никакой красоты вокруг, конечно, не увидела. А вот этот нехороший человек, видите, радуется, вертится во все стороны. Это наш оператор, запомните его. Нет, человек он, конечно, хороший, добрый, папа троих детей. Но зачем же так измываться над женщинами? Но это было, оказывается, только начало моих испытаний. Впереди меня ждал сюрприз. Как тут говорят, пирог с вишенкой. Убила бы за эту вишенку. Как не стыдно, да? Фамилия моя столь известная, чтоб я его называл, говорит. Пожалуйста, органы внутренних дел Малокарачаевского района, обратите внимание на вот этого парня с Джонни. Как здесь обращаются с женщинами? Это же ужас! Но это я, конечно же, погорячилась. Другим эта вишенка очень даже понравилась. Страшно было или нет? Если честно, не очень. Не страшно? Нет, мне не страшно, я люблю экстрим. Ощущение колоссальное просто. Я и на парапланах тут летала. Ребята здесь, да, молодцы. Поддают еще экстрима, подшучивают. Здесь столько красивых, чудесных мест. Мне кажется, сюда можно возвращаться и возвращаться. Едете в следующий? Конечно, приеду. Я здесь уже в четвертый раз. И мне ничего не надоело. А скоро на медовых водопадах заработает качели над пропастью. Кто-то обрадуется любитель эффектных фотографий. Пожалуй, после такого развлечения самое время перекусить, что-то ноги дрожат. Говорят, что кухня здесь отменная. Особенно нахваливают местные хычинчики с золотистой корочкой. Ишь, как туристы их лопают. Какие впечатления от местной кухни? Очень замечательные. Кухня необычная. Беляши с сыром, с мясом. Чувствуется, что это кухня кавказская. Спасибо вам большое за гостеприимство. Тебе здесь понравилось? Да. А что понравилось? Водопады. А готовят хорошо здесь? Да. Как говорится, устами младенца глаголит истина. И не беда, что наши хычины называют беляшами. Главное, что они вкусные. Хычины кушали с сыром и с мясом. С сыром, конечно, мне почему-то впечатление больше. Чувствуется, что он прям домашний такой настоящий, настолько вкусный, прям вот он залетел в рот за одну минуту. А лимонады еще местные очень понравились. Прям такой вкус детства, грушевый лимонад попробовали. Понравилось, что очень чисто. Все вот такое маленькое, уютное, компактное. На самом деле столько души вложено. Это ощущается прям на таком энергетическом уровне, что ли. Кстати, в 2011 году на медовых водопадах был поставлен мировой рекорд, который занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Во время фестиваля карачаево-балкарской кухни местные рукодельницы испекли большой праздничный хычин диаметром почти в 3 метра. А какой тут праздник Айрана отмечают каждый год? В сентябре на медовые водопады приезжают уже не сотни, тысячи туристов, чтобы насладиться красочным зрелищем. Приезжают на медовые водопады даже из-за рубежа, чтобы попробовать легендарный напиток. Под разными названиями, от йогурта до кефира, он разошелся по всему миру. Однако настоящий айран – напиток все-таки эксклюзивный. Готовят его по-настоящему
только в горах Северного Кавказа. Попробовать настоящего айрана, который у вас действительно самый вкусный, самый хороший, самый полезный. Вот как врач я рекомендую всем кисломолочных продуктов, это айран ваш. Божественный вкус, говорят гости. Однако правильно приготовить айран – настоящее искусство. Рецепты знают немногие. А потому к огромному чану на 500 литров выстраиваются длинные очереди. В дополнение к айрану здесь предложат выставку мастеров национальных ремесел, а на десерт – зажигательные песни и танцы в исполнении артистов Карачаева-Черкесии. Потому-то праздник айрана со временем получил статус международного фольклорно-этнографического фестиваля, и приезжает сюда каждый год все больше и больше людей. Приезжайте и вы. Но вернемся в день сегодняшний. Какой здесь готовят шашлык? Пальчики оближешь, просто тает во рту. Муса, понравилось это ничего не сказать. Вам не пятерка, а две пятерки. Просто супер вкусно. А хлеб какой? Как пахнет. Это тандыри пекли? Да, это тандыри делается. Там есть специальная печь для выпечки хлеба такой. А шашлык, вот почему у вас такой сочный, такой вкусный? Какой-то секрет есть? Где вы берете мясо и как кто маринует? Основной секрет, конечно, что это баранок. Так они вот черные барашки, там вот карачаевская порода там, которые вот в альпийской зоне они пасутся, там все равно сейчас очень хорошее мясо. Ну и, конечно же, тут есть шашлычник, который уже работает профессионально там. Вот с нами он работает уже 20 лет. И вот когда было, 3 года назад была здесь выставка, там, фестиваль кухни там и кулинарного искусства Кисловодска, он занял золотую медаль. Хотя там были традиционные сильные специалисты, повара по мясу, это уже... С Узбекистана были, там, с Армении, с Грузии были. Ну и тем не менее, вот он там занял из 12 шашлычников, занял первое место там. Ну и, конечно же, мясо это все-таки то, что черная барашка там тоже скажется. Как зовут шашлычника? Он, мы его Миша называем, Гугуев, так правильно, Нурби. Ну, большой привет ему от телерадиокомпании «Россия», хорошо? Большое спасибо. Хорошо, я обязательно передам ему, да. Ну вот, подкрепились на славу. Теперь можно продолжить нашу прогулку по этому замечательному комплексу. Что-то солнышко припекает. Давайте-ка спрячемся от него в этнографическом музее, который называется Карачаевское подворье. Здесь воссоздан прообраз средневекового карачаевского жилища. Деревянный домик с навесом, земляной крышей и просторной комнатой внутри. Посередине дымник, аналог печи, согревающий жителей дома. Считалось, что в каждой семье должна быть отдельная печь. Поэтому, когда в семье женился сын, к дому пристраивалась комната с собственным дымником. Знаете, вот это что такое? Это мышеловка. Вот сюда клали кусочек мяса или сыра. Мышка заходила, захлопалась мышеловка, и все. И мышке хана. Хорошо, что здесь нету любителей животных. Гринпис, кто купил. А вот это ручная мельница. Сюда засыпали пшеницу, рожь и вот так крутили. Представляете, какая работа? Тяжелая-тяжелая. Вот сколько нужно было покрутить, чтобы получить муку и испечь хлеб. Нет, раньше люди были сильнее. Не женская. В музейной комнате аккуратно расставлены предметы, отображающие жизнь карачаевского народа. Старинная мебель, украшения, оружие, домашняя утварь. Это швейная машинка фирмы «Зингер». Ее в музей подарила бабушка нашего хозяина Мусы Баташева. Так вот, у моей бабушки была точно такая же машинка. И я помню, как она мне шила платьишки. Я их носила в детском садике и еще и в школу. Ни у кого таких не было. Так что я была очень модной и крутой, благодаря вот такой зингерской машинке. На стенах фотографии 19 века с застывшими фигурами в национальных одеждах.
листок с расшифровками перстневых печатей на арабском языке. Изначально у карачаевцев была арабская письменность. Административные прошения и другие официальные документы составлялись духовенством на двух языках – русском и арабском. И только в 40-х годах 20 века карачаевцы стали использовать кириллицу. Все предметы, которые можно увидеть в музее, собраны Мусой Баташевым. Многие вещи для него не музейные экспонаты, а часть жизни. Это маслобойка, которая была в каждой семье. Ну, еще я помню, там лет 35-40 лет назад бабушка нас заставляла делать масло. Туда заливали сметану, где-то там половина, чуть меньше половины, там на треть. И мы ее вот такими движениями ее сбивали. И получалось такое самое вкусное такое масло. А еще нужно было позбивать масло вот здесь. Точно так же наливали и крутили. Ну, как-то оно не очень сложно, конечно, но крутить ее в течение 20 минут, я думаю, очень даже надоест. Ну, а что делать? Кушать захочешь, так и будешь крутить. Неподалеку от музея продают местные сувениры и удивительные сладости. Все вкусное и натуральное. Муса Баташев за качеством лично следит. Эти сладости вы делаете сами или привозите откуда? Нет, сами делаем. Мы делаем рахат-лукуми разные виды фруктами, с орехами и без орехов. Делаем разные виды пастила домашняя с двумя заливками. Там нету ни сахара, ни муки, никаких красителей. Ну, можно и сразу одновременно и пробовать, чтобы вы сами убедились, что это все натурально. Ну, имейте в виду, что если не понравится, платить не будем. Какой мудрый мужчина. Понятно, почему у вас бизнес процветает. Он так угостит вас, платит. Делаем разные виды халва и шербеты фруктами, которые чисто делаются. Например, есть фрукты отдельно варятся чисто, орехи отдельно варятся, на пару привариваете. Еще есть в форме заливаем, замораживаем. И получаются вот такие вкусняшки. Ну, вкусно. Тут есть халва с дыней и манго, пожалуйста. Видите? Дыней и манго? Да. Вкусно, правда? И самое главное, они храняются больше 90 дней без холодильника, им даже холодильник не надо положить. 90 дней без холодильника? Ничего себе. Ну, это совсем не то, что продают в магазинах. Это гораздо вкуснее. Да, конечно. Это все придумано, сделано, что люди... Не думали ходить за границей, а ходили по России, отдыхали, кушали, отвезли на место все. Нет, надо все-таки поехать в Ессентуки, узнать, как это можно хранить сладости без холодильника. Понимаю, есть это варенье, но не пропадет. Кстати, его здесь очень много. Кажется, что его здесь варят из всего, что только придет на ум и попадется под руку. Из лепестков роз, имбиря, шишек ели, сирени и других интересных ингредиентов. И все это можно попробовать. А еще здесь можно приобрести разновидности высокогорного чая из местных трав, очень душистого и полезного. Чистый горный воздух, ежедневные конные прогулки и походы по одному из самых живописных уголков страны. Знаменитое кавказское гостеприимство никого не оставит равнодушным. На много километров вокруг тишина и покой. Что еще нужно для счастья? Наши туристы всегда уезжают из комплекса «Медовые водопады» в полном восторге. Вот это вот соотношение природной красоты, ухоженности территорий, аттракционов, самого протяженного зиплайна, конных прогулок и то, с какой душой оформлен сам комплекс, вызывает у всех только благодарность и восторг. Вот и жительница далекого Новосибирска приехала сюда год назад. Любилась в эти места и перебралась в Кисловодск на постоянное место жительства. Чистота, порядок. Везде чувствуется настолько забота об отдыхающих, комфортно. Ну вот абсолютно каждая спустилась с удовольствием на зиплайне. Очень понравился конечный отрезок, о котором заранее предупреждают. Вот прям мне так сказали, вишенка на торте. Это вот, ну, изумительно просто. Ребята очень внимательны, совершенно не страшно, но восторг необыкновенный. И водопады впечатляют, вода, чистый воздух, пьянящий. Порой даже, кажется, вот перехватывает дух. Просто великолепный. И огромное-огромное спасибо хозяевам, все вот то, что содержится, так содержится, но это колоссальный труд, и в то же время это
такая любовь, любовь ко всем, каждому живущему, и ну, низкий поклон. Чуть выше Медовых водопадов находится контактный зоопарк, обитателей которых можно и покормить, и погладить. То-то радости детворе. А вон стоят местные красавицы, все как на подбор. Эти смирные лошадки могут довести вас хоть на вершину Эльбруса. Конные маршруты по окрестным достопримечательностям пользуются особой популярностью у туристов. Длятся они почти неделю. Конечно, за это придется выложить кругленькую сумму, но оно того стоит. За это время вы посетите замок коварства и любви и узнаете очень красивую легенду об этих местах. Побываете на Рим-горе, памятнике седой древности. На ее вершине сохранились явные следы жизни и деятельности человека далеких эпох. Здесь можно увидеть вырубленные в скалах ступени, несколько высеченных бассейнов для хранения воды, груды грубо обработанных камней и, наконец, почти совсем уже засыпанную песком пещеру. В окружающих Рим-гору склонах и в скалах песчаника имеются многочисленные катакомбные погребения. 2000 лет назад у ее подножия находился древний город Фьесты. Это был торговый город, в котором останавливались многочисленные караваны. Помните, я рассказывала, что на Северном Кавказе проходил Великий Шелковый путь. А еще вам предстоит подняться через знаменитую долину Нарзанов на плато Бермамы, которое очень напоминает Гранд Каньон в Америке. Та же мощь и космические виды. Название плато Бермамыт пришло из тюркских языков и означает «кривое колено». Хотя есть и другие версии. Например, жители окрестности говорят, что на самом деле название нужно произносить как «бурмамыт», что значит «кудрявый», потому что в этих краях очень часто наблюдают курчавые облака. Еще говорят, что плато – это своего рода кухня природы. Именно здесь формируются местные мощные грозы. А еще плато Бермамыт – лучшая площадка с видами на Эльбрус. Отсюда до красавца великана рукой подать. Всего лишь 30 километров. Увидите его на восходе и поймете, кто сотворил эту землю. Так что приезжайте на Медовые водопады, вам понравится.